Ну, например, у нас он уже взрослый, вот ему 6 лет, и он сам без Правда, проблем. да? Да. Вот мы только подносим вот того же зафобуса или либо того же таракана, он сразу сводит глаза и сразу языком уже целится. А как часто поете? По желанию уже, да? Поем тоже Ой, забирать, два раза я в день. Но они не пьют отстойную воду, мы брызгаем на руку. Можно приучить его пить со стены, вот орошать колбу, чтобы он со стены пил. Но у нас так и не получилось приучить. Поэтому мы брызгаем на ладонь, вода начинает стекать, он видит, подползает и языком тоже пьет с ладони. Но нужно, чтобы вода постоянно стекала. Вы делаете небольшой водопад, но он будет пить. А его обрызгивать нельзя, допустим, жаркое время. Нет, не надо его обрызгивать. Не нужно, да? Они очень боятся, и они могут даже потом перестать контактировать. Это что? Колбу орошать нужно в любом случае. Здесь должна быть влага. Даже можно поставить ему небольшое блюдце с водой, чтобы это Расскажите. Просто сейчас он готовится к линьке, и видите, у него цвет видно не ярко. Видите, даже снизу можно заметить, как будто он под такой плевой. И глаза, видите, сейчас такого голубого оттенка. Это еще называют периодом голубых глаз. Вот у них период линьки у змей до двух месяцев. И за этот период вот они могут сбросить кожу до 10 раз. Просто тоненькими слоями они сбрасывают кожу. Также в этот период они довольно проблематично едят. Ну, то есть он либо хочет лишь, болеет, как-то, да? Либо не хочет, да. В данном случае ему год и 3 месяца, поэтому он небольших размеров. Это размеры, мальчик, да? Да, мальчик. Как определить пол? Вот смотрите, видите, если вот здесь есть расширение в районе черепа, значит это мальчик. У девочек же округленная голова. Вот такая вот примерно. А у мальчика вот такая, как будто квадратная. А что он кушает? Что он ест? Грызунов. Мы покупаем ему чингариков, хомяков. Либо даем кормовых крыс. Ну если вот хомяков, то ему нужно где-то 3 как минимум. Раз в 10 дней. Эти крыс сами разводите, да? Для корма? Нет, покупаем. А где покупаете? Здесь еще не покупали, но так вообще есть специальные магазины. Даже в зоомагазинах вот продаются. Или в интернете, да. Есть с рук люди, просто продают вот кормовых тараканов, крыс специально вот именно для корма. Такой прям глаза. Вот обычная кормовая крыса, вот даже мышка, скажем, вот лабораторная, вот она стоит 20 гривен. А купить в зоомагазине мышку, она будет стоить 150. Ну понятно. Конечно, так. По размерам тоже, только прям да холодненький такой. Ну да, они же хладнокровные. Удавы достигают свою длину 5,5 метра и могут иметь вес от 35 до 50 килограмм. А в неволе они растут от 2 до 3 метров и имеют вес от 20 до 25 килограмм. В данном случае ему год и 3 месяца, длина тела до 1,5 метра и вес до 5 килограмм. Зайчик такой. Вот, например, у нас жакет мой подходит под его цвет. 3 штуки. Кто там? Маленькие удавы. Вот им это примерно самый до большой, полугода. Да? Ну, это самый большой. А где он живет, получается? В тропических лесах, например, в лесах Шри-Ланки, Гондурасу. Вот это да. Хороший. Ну, это в основном индийские лесы. Центральные. Ему мой жакет понравился, ты понял? Он по цвету такой. Удавы ведут наполовину древесный способ жизни. То есть взрослые особи, да, они на деревьях. Маленькие, они еще могут ползать по земле, а потом они поднимаются выше. Но не всегда. Как и, кстати, удава это одна из немногих змей, которые редко выгреваются на солнце. Они больше предпочитают темные и холодные места. Такое, да? А охотятся они в какое время дня? Вот, например, он спит и вечером он может взять, да? Пик активности вот именно охоты приходится на сутенки и на рассвет. Вот именно вот только посветало, вот первые часы, первые лучи Когда... солнца. Да. Ты посмотри, у него здесь животик посветлее, то есть здесь другой окрас, здесь голубоватые такие пятна. Ну это ж видно, что это он готовится к линьке. Так они темные. Вот так и ежи. Красивый какой-то, посмотри. Кормить змей нужно раз в 10 дней. 10 дней уходит на то, чтобы полностью переварить. Переварил.